Доброго времени суток! 14 августа 2018 года мобильный оператор МТС запустил новый тарифный план под названием «Тарифище». Я сразу же сделал на него обзор, но оказалось, что в описании тарифа закралась ошибка. Изначально было указано, что объем мобильного трафика 30 гигабайт на максимальной скорости, а затем безлимит на скорости 128 килобит в секунду. Данные условия подтвердили в техподдержке МТС, а также в приложении «Мой МТС». Однако через несколько часов трафик стал безлимитным на максимальной скорости, ошибку устранили, и тариф стал значительно привлекательнее. Давайте же рассмотрим его основные параметры на примере Москвы и области. Абонентская плата зависит от выбранных пакетов минут и СМС. 500 минут и 500 СМС – 650 рублей в месяц. 800 минут и СМС – 800 рублей в месяц. 1500 минут и СМС – 1050 рублей в месяц. 3000 минут и СМС – 1550 рублей в месяц. Стоит отметить, что минуты и СМС расходуются при звонках или отправке сообщений на номера любых операторов любых регионов России. Мобильный интернет – безлимит на максимально доступной скорости. Правда, имеется ряд ограничений, но о них чуть позже. Тариф действует на территории всей России, кроме Республики Крым и города Севастополя, как обычно в принципе. Исходящие вызовы после исчерпания пакета минут зависят от выбранного изначально пакета минут. Расценки вы сейчас видите на своем экране. Безлимита внутри сети нет, то есть при звонках на МТС будет списываться плата. Исходящий СМС после окончания пакета СМС на номера домашнего региона 2 рубля за сообщение, на номера других регионов России 3 рубля 80 копеек за сообщение. С описанием тарифища для вашего региона вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке в первом комментарии к данному ролику. Безлимитный трафик на максимально доступной скорости – это очень хорошо, но давайте рассмотрим ограничения. Во внутрисетевом роуминге, то есть при поездках по России за пределами домашнего для вас региона, лимит трафика в сутки 500 мегабайт. Далее идет ограничение скорости до 128 килобит в секунду. Если вы качаете файлы через файлообменные сети, например торрент, то скорость ограничивается до 128 килобит в секунду. Раздача трафика по Wi-Fi, Bluetooth, USB на тарифе недоступна. При серьезной нагрузке на сеть МТС скорость может быть ограничена. Если абонент является создателем группы «Единый интернет», то он может поделиться с участниками этой группы только 10 гигабайтами мобильного интернета за месяц. Тарифище не предназначен для модема. В данном случае стоит хорошенько подумать, нужен ли вам безлимитный интернет с такими ограничениями. Вполне возможно, что нужен. Подключение и абонентская плата. Изначально предоставляется минимальный набор минут и СМС для Москвы и области по 500 за 650 рублей в месяц. Если вы подключили тарифище, то есть купили сим-карту, то списание абонентской платы разбито на два периода. В день подключения и на 15-й день с момента подключения суммы равны для Москвы и области по 325 рублей. Со второго месяца абонентская плата начинает списываться в полном объеме. Текущий баланс при этом не важен. Если вы уже были абонентом МТС и перешли на тарифище, то абонентская плата списывается в полном объеме. Если вы изменили пакеты минут и СМС, то изменится и абонентская плата. Сразу же спишется разница. Например, если абонентская плата составляла 650 рублей в месяц, а теперь составляет 1050 рублей в месяц, то с вашего баланса моментально спишется 400 рублей. Со следующего расчетного периода абонентская плата будет списываться уже в полном объеме сразу. Если номер был заблокирован полноценный расчетный период, то есть абонентский месяц, то плата за него взиматься не будет. Перейти на тарифный план МТС «Тарифище» можно в личном кабинете МТС или в приложении «Мой МТС». Подключить тарифище можно в салоне МТС или при заказе сим-карты с официального сайта МТС. Ну что ж, тарифище – довольно сильный тарифный план, который запросто уделывает тариф «Мой безлимитище» от того же МТС. Безлимитный мобильный интернет, хоть со значительным количеством ограничений, но все же это хорошо. Пакеты вполне бодрые. Абонентская плата не очень низкая, но по соотношению пакета и абонентка является отличным предложением. Из минусов можно выделить ограничение в 500 мегабайт мобильного интернета на максимальной скорости в поездках по России, а также отсутствие безлимитных звонков на МТС.
Если вас эти недостатки устраивают, то можете подключать тарифище. Мой вердикт – тариф годный. А на этом у меня все. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал.